Так, покрасили наши кеды. Опа, тут надо будет чуть-чуть докрасить. Ну вот, сдалека вот где-то оно так смотрится. Обновили. Беленькие стали, красивенькие. Вот так оно красит. Маркер. Маркер еще пару покрасок или одно-две, и он не выживет. А вот, может, он быстрее не закончится, а быстрее умрет. Вот. Но с близка вижу, что... Ну, это вроде покрашено. Но остались места, которые можно еще докрасить. А так везде он хорошо проникает, везде хорошо красит. Чисто для подошв. Он и есть для обуви. Для подошвы. Было желтое в первом части видео, вы могли видеть. Стало белое. Красота. Есть еще зеленые, даже вроде и черный. Recommendation. Всем здоровечка. Па-па.